Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и, конечно, случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале ПАР. В этом видео мы продолжаем битву за дешевый аквариум. И в этом видео мы поговорим про освещение аквариума. После выпуска видео про поиски и приобретение аквариума было много хороших комментариев, спасибо вам за это. Однако такую халяву любят не все. Появились и критики, которые начали писать гневностные комментарии, вплоть до того, что у меня вообще новый аквариум. Конечно же, это бред. Обдумав эту ситуацию, я решил больше не показывать видео, как действительно за копейки можно оформить аквариум. Так что даже за прожектором я отправился в магазин. Но в любом случае, будем экономить, ведь это битва за дешевый аквариум. Это бзда. Купить прожектор нетрудно. Основная задача заключается в том, как его установить на аквариум. Если, конечно же, не покупать специальные держатели. Самый простой способ – прикрепить к стенке, как многие и делают. Но этот вариант мне не подходит, так как у этого аквариума не будет основного постоянного места. Вообще, смотрите сами, что и как я сделал из подручных средств. Поехали! Thank you.
наш светильник уже готов. Теперь давайте сравним его с Lady Smart, который стоит 2267 рублей, и светильником, который также у меня есть, Decolite, который стоит 1935 рублей. Поехали! Ну что ж, дорогие друзья, наше освещение готово. В следующем видео мы займемся подготовкой бэушного аквариума. Потом купим еще грунт, подберем корягу и так далее. Будем приближаться к запуску аквариума. На этом у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч в новом видео на канале Пар. Пока-пока!